Это уже второе видео за день. Мне просто один человечек тоже звонит. Иногда я с ним встречаюсь на районе, и он такой мне говорит: поменяй ты локацию. Мне надоела твоя, в общем, общага, квартира. Я говорю: окей, вот я поменял, пожалуйста, локацию. Но от этого, понимаете, лучше видео не станет сразу на следующий день, если я поменяю локацию. Ну, допустим, я сниму на фоне чего-то красивого. Это будет арка, там, ну, представляется арка, и это Древняя Греция. Но все это могу, конечно, сделать на зеленом хромаке, но от этого видео лучше не станет. Ну, вам что, лучше стало, я поменял локацию? Я просто ради одного человека поменял просто локацию. И чтобы это видео было с толком, давайте немного займемся спортом. Так, ведем здоровый образ жизни. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть. Вообще, я себя спортсменом не считаю профессиональным. Я вообще не спортсмен. Я стал редко заниматься спортом, и это, я считаю, очень плохо. Ну, то есть, я прихожу после работы, весь уставший, и мне уже нету сил заниматься спортом. Поэтому, когда уже выходные, мне ничего не мотивирует, чтобы я занимался спортом. Я просто здесь, это то, что вы видели перед этим, то, что я отжимался, я просто делал это для галочки. Ну, делал видение, что я занимаюсь спортом, что стараюсь. Но я опять повторяю, я не профессиональный спортсмен, я вообще себя спортсменом не считаю. Пойду пробегу целый круг. Ну вот я пробежал целый вокруг, короче, стадион. У меня никогда не было большой любви к футболу. С меня был плохой, в общем, вратарь. Я могу так для галочки здесь постоять. Вот, и представьте, что я вратарь. А с меня вратарь плохой. Вот. Ну, не знаю, интерес у меня к футболу, в общем, никогда не было. Не было никогда большого, но я знал, кто такой Рональдо. Я думаю, многие знают, кто такой Зидан и Рональдо. В общем, тему затронул футбола. Представьте, что это Латвия, и вы болеете за хоккейную команду Латвии. Такой: «Саров Латвия! Саров Латвия!» Я поменял локацию для этого видео и говорю про хоккей. Но хоккей я тоже особо не интересуюсь. И вот я для галочки для вас просто подтянусь. Я не знаю, сколько я подтянусь для галочки. Пусть это будет 5 подтягиваний. Я 10 раз не буду подтягивать. Раз. Ну вот, я еще для галочки вот так вот сделаю, и на этом блок я закончу.